Пропустите, пожалуйста. Кем являетесь? Защитником. Защитником? Человек, которого только что доставили. Тут много кого доставили просто. Сейчас разберемся. Ну вы нас-то не снимаете, мы это не при исполнении. Поэтому давайте вы камеру уберете. Что мне еще сделать? Не хамите. Что мне еще сделать? Вот ротик прикрой. Ротик будешь ты. Ротик прикрой. Ротик будешь ты. Рот закрой. Все, слышишь, чувак. Сергей Викторович, тихо. Я тебе боже, сошибуйся. Серьезно, тихо, что ли? Тихо. Блин, да ты че? Тихо. Не надо провоцировать, пожалуйста. Сергей, не провоцируй. Все спокойно. Я тебе нахуй сейчас микрофон в жопу засуну. Себе не засунь. Похуй, что здесь подняться. Себе не засунь. Не, пока нельзя. Да? Че смотришь? Успокойся, ебать. Да я спокоен, а ты? Стой, че петушишься, спрашивай? Че петушишься? Петушишься ты. Ты, ой, вот рот закрыл, стой. Ищи, ищи давай. Окей. Окей, окей. Не обосрись только, понял меня, нет? Понял, да. Орел. Так, кто там под защитой? Позовите, пожалуйста. А ты это не петушись. Тыкать будешь своей рот жене закрой. В постели. Понятно? Рот закрой ты свой рот. Рот, закрой. Рот закроешь ты, понятно? Вообще. Чудовище. Что сказала? Что ты сказала? Чудовище. Чудовище? На себя посмотри. Я уже поняла. Я послушаю. Давай. Чудовище. Ну, понятно. Алена, ставь, все. Владимир Владимирович, вы будете ознакомиться с объяснением? Да, сейчас. Вы, мы, как я понимаю, не будем облегчать мою работу, чтобы я быстрее составил, правильно? Давайте я сначала установить данные гражданина. Присаживайтесь. Давайте я сейчас так, читаем. Это кто писал, чтобы зачитать? Это... Нет, это писали непосредственно, там фамилия указана, кто писал. Так. Сверху. Я не смогу прочитать. Я видите, вам точно? Да. Вы можете. Я не смогу прочитать. Он такой. Ну, черт. Начнем с какого? С любого. Хорошо. Первое объяснение от гражданки Гречук Елены Александровны. Ага. Она поясняет, что ночью 6.11.23 года в 2 часа 35 минут по адресу город Мурманск, улица Рана, дом 19, ранее неизвестный мне гражданин, так находясь в общественном месте, выражался нецензурной бранью в присутствии сотрудников полиции и гражданских лиц. На замечание не реагировал, тем самым нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу. Ниже написано, гражданка, написано собственноручно. Ага, так, все, сам. Все, так, это зафиксировали, следующее объяснение. Так, это написано от Юрия Николаевича. 06, что 06.11.23 года в 2 часа 35 минут по адресу Тарана, дом 19, ранее неизвестный. Ранее неизвестный мне гражданин, находясь в общественном месте, выражался громко нецензурной бранью в присутствии сотрудников полиции. При сотрудников полиции и на замечание не реагировал. Тем самым нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу. Написано мною собственноручно. Так, это второе, следующее. Это второе. Заявление, объяснение от Александра. Что 06.11.23 года в 2 часа 35 минут по адресу город Мурманск, улица Тарана, дом 19, ранее неизвестный мне гражданин, находясь в общественном месте, выражался нецензурной бранью в присутствии сотрудников полиции и гражданин, и гражданских лиц. На замечание не реагировал, тем самым нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу. Также написано собственноручно его подпись. Все. Это все, что у вас есть, или еще есть? Это три объяснения гражданских. Я понимаю, материалы, по которым задерживают моего доверителя, это все или есть еще что-то? Да, три объяснения гражданских. У меня к вам большая просьба. Прямо вот сейчас незамедлительно нас отпустить. В связи с тем, что отсутствуют доказательства самого события правонарушения. Давайте я вам поясню, я не буду вокруг да около. Значит, люди, которые пишут свое субъективное оценочное суждение, не указывая конкретику, не указали здесь непосредственные обстоятельства чего-то произошедшего. Ну, более конкретно, они должны указать, какими словами, что, в чей адрес и так далее. Понимаете? Дословно.
То есть, если я могу сейчас выразиться, я просто скажу, если там будет написано, иди на. Они должны так и написать. Исходя из тех объяснений, которые вы огласили, которые я сфотографировал, на видео, на аудио зафиксировано, нету оснований сейчас моего доверителя в чем-то обвинять. Потому что вот это оценочное суждение для кого-то ты оскорбление, для кого-то, там, допустим, ты дурак, тоже оскорбление, понимаете? Не называй меня дураком. То есть это вот оскорбление. То есть есть такое понятие оскорбление в неприличной форме. То есть по 20.1 КОАП образуется только если это в неприличной форме. Каждый человек по-своему оценивает прилично, неприличная форма. Что для вас является неприличной формой? Я не знаю, потому что здесь в принципе ничего не написано. Что для вас является? Я вам задаю вопрос, интересующий меня. Что для вас является нецензурная брань неприличной? Ну я не буду на этот вопрос отвечать, потому что если в этом будет необходимость, проведем экспертизу. Отвечают эти слова там какой-то непристойной формы и тому подобное. Здесь нечего оценивать. Хорошо. Не указаны конкретные слова. Поэтому, раз не зафиксировано само событие, прошу нас не задерживать и отпустить. Хорошо, Владимирович. Вы все мне хорошо разъяснили и все объяснили. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Телефон забыл. До свидания.